ленте. Они такие милые. Так, тут мы не можем, да, забираться? О! Это как, знаете, в меме с котом Том. Или с хомяком, точнее. Блин, как-то миленько. Хаякабы, хаякабы! Наконец-то. Я жду, как можно больше людей в чате. Мне интересно с этой игрой делиться. И интересно ваше мнение, ваша реакция на эту игру. Очень сильно. Когда яйца лизать будешь? Не знаю, пока нельзя. Сейчас труба обвалится. Ай-яй. Вы чего? К графону мы подтянули. Сразу стекла подкидывают, капец. Капец, стекла подкинули. Хромой. Это я мяукаю или кто? Вам не слишком громко музыка, чат? Из чего могу ее подубавить? Вы меня главное сориентируйте, чтобы меня, я потом не смотрел на записи, и чтобы, блин, а меня ни хрена не слышно, оказывается, а мне чат ничего не сказал. И вообще музыку тебя все равно все еще слышно. Сука. По камерам вот этот, вот кто-то, кто управляет камерами, он меня и ведет. Понятно. Личка капает в ведро, но ничего не происходит. Ты как умудряешься мяукать? А, вот для чего мне ведро. Понял. Ведерко еще одно с собой возьмем. Это как в Стэнли Порабл, мы будем с ведром всю игру ходить. Поняли? Так, погоди, ведерко надо поставить. Нет, ведро, не падай. А может это и есть отсылка на Стэнли Порабл, что нужно ходить с ведром? Я думал, эти жмурики более агрессивные. Вот эти чертики. О, в косыне! Ведро пропало! Ведро! А, ведро! Yes. О, мне ведро забрали. А, да я нажимаю, Левальд! Они меня съели? Они... Нет, тут, кажется, ничего нет, правда. Help. И нарисован кота-человек. И подпись Энетика. Блин, а город выглядит клёво. Вот то, что мы видим. Оно круто смотрится. Ой, это канон. Ходить по клавиатуре. Смотрите, у него два монитора, кстати. Даже три, он, наверное, стример. Это пантограф, типа, для микрофона, но он пока... Не микрофон туда положил, а тут холодильничек, мини-бар для напитков для энергосов. Это редбулловский холодильник ему прислали. Капец модный, кстати, получается. Пью металли кью. Ой. О! Эй. Вот чем занимаются коты в 2 часа ночи у вас по квартире. У-у-у. Книжки. У-у-у. Бутылки. У-у-у. О, перевести можно. Наши давно ушедшие предки из крови и плоти оставили нам этот город. Наш дом, их наследие. Ну, то есть создателя. В древних легендах говорится о естественном свете, который исходил от звезды и падал к нашим ногам. Этот свет дарил нашим предкам тепло и благополучие. Он помогал им расти. Поразительно, компаньоны очень сильно эволюционировали. На первых порах их простой ИИ всего лишь имитировал человеческое искусство. Теперь все это принадлежит им. И часто говорили, что искусство важно в безвыходных ситуациях. Сейчас ситуация, безусловно, безвыходная.
электронные сигареты, ясно. Люди оставили им вейп, из-за этого люди вымерли. Это будущее, где люди вымерли из-за вейпа и оставили после себя лишь роботов. А, вот до чего вейп доводит ваш. Лезть, тебе пиздатый кот, конечно, я бы сразу стерилизовал. Я могу мяукать во время касцен. Чела, да ну забейте, гоняйте банки дальше. Кто вообще, в принципе, придумал перекидывать через, через типа, пропасть между двумя крышами банки с краской? Тут, в принципе, идиот. Удивляться, что вы уронили одну из банок с краской, как бы, ну, ребята. Мне кажется, вы шли на этот риск первоначально. Офига, как он лапками орудует. Лол. Это же наш любимый стример Хугирьес, как бы, на Твиче запись. Запись, говорю, стрим завел. Так, а тут у нас какие-то куски лора. Видно полицию. Breaking News. Реально, кажется, у них люди вымерли. Что она показывает? Она показывает строение этого комплекса, кажется. Вот робот этот. Меч? Это магазин на диване, короче. Детективные фильмы какие-то. Сериальчики. Что это такое непонятно? Похоже на какую-то театральную постановку тоже. Телекот. Мне дали ачивку, короче, телекот. А это репортажи про вот этих хедкрабов. А как роботы умирают? Как развить искусственный интеллект, чтобы стать таким же креативным, как настоящий человек, Том 42? Он какой-то напряженный сидит. Или нет? У него усы, как у Мэдисона. Может, это Мэдисон? Погодите. Чизахы это Мэдисон? Гептер это Мэдисон? Вы одно лицо, только поглядите. Я очень люблю вязать, а вы уже связала шарфов на 769 километров. Если принесешь мне кусок электрического кабеля, я смогу сделать тебе пончо. Хочу кусок кабеля! Хочу пончо на котика! Показать пример. Благодарю, мой дорогой, я немедленно приступлю к работе. Получи новый предмет. Держи, малыш, оно тебе отлично подойдет. А как его напялить? Выглядит очень теплым, идеально для замерзшего робота. А, я думал, это мне можно напялить, да, блин? На ноты. Немного важной информации. Это было написано по известному алгоритму. Я уже нашел. Вечер вычислений. Это очень хорошая песня, только послушай. Вечер вычислений. Типа, если сдашь ему все ноты, он даст что-то в обмен, не знаю. Офигенно, песня что-то напоминает, только я не могу вспомнить. Давай вот эту. Завтра будет завтра. Надо саундтрек себе для видосов скачать. Клево сделан. Любопытство кошку сгубило. Можно пакет на голову. Да чё? А чё делать? Так, и последнее. Да-да-да, он клеит их на стену, он клеит их на стену. Их всего 8. Их всего 8, мы нашли пока что 7. О! Вот это еще круче звучит. Нас запрограммировали быть рабами, но уже 2 миллиарда 544 миллиона 875 тысяч 556 дней у нас есть душа. Надеюсь, что когда-нибудь аутсайдеры найдут выход из этого ада, мама. Это дерево настоящее чудо науки. Удивительно, что человеческая изобретательность нашла способ создать растения, которые процветают без солнечного света. Органической жизни нужны деревья для очистки воздуха в городе. Но роботам это не нужно, но они все равно за ними ухаживают. Это именно то, чего хотели бы люди. О, где ты это нашел? Выглядит просто потрясающе. Дай-ка я пример. Мы нашли, кому надеть пончо. О, спасибо за пончо. Заходи, если тебе когда не понадобится еще что-нибудь починить.
И ты мне ничего не чинил. Все равно дрожишь. На удивление, я не знаю, они игру сделали так, что очень сложно какие-то баги подловить. Я только один визуальный видел. 904, 93519. Ой, блядь, вот еще один баг. Ну, только о багах заговорили, и тут же они появились. Но вот такие баги, которые тебе не портят экспириенс. Просто они... Ой, ничего не ломают. Блин, вот у него какая кайфовая хата, слушайте. Офигенная комната, огромная, можно мне такую? Смотрите, вот тут я бы, наверное, не стал стол вот здесь ставить. Я бы стримерское место... Вот здесь офигенное стримерское место можно было бы устроить. Вот тут вот поставить компьютер, все такое. Вот тут была бы мини-кухонка какая-нибудь, если бы это была студия, да? Туалет, допустим, был бы вынесен куда-нибудь. Вот здесь была бы кровать. Вот тут были бы шкафы, но у него тут как бы студия такая, что туалет вот этот, но это нам не подходит для нормального существования. Но если считать, что это просто отдельная комната, то тут дофигища места. Ты тут ставишь вот компьютер со всеми вытекающими. И учитывая, что вот этой перегородки... Ах, тут забор? Ну он тебе так... грубо говоря, ограничивает. Это даже неплохо. Еще одной не хватает, получается. А не, все, это последнее, это все. Без названия. В этой мелодии ровно 44 ноты. Какая-то... Не... Странно. О, это последние ноты. Ты отлично справился, малыш. Прими этот значок в знак моей благодарности. Музыкальный значок. И ачивку дали. Мяулодия. А теперь последняя композиция. И нечитаемые ноты. Не очень читаемо, но могу попробовать. Вполне. А их можно, типа его, можно попросить заново их сыграть? Похоже, этот бедолага тоже хотел подняться на верхний уровень. Да, я помню. Там наверху, вдали от мусора и болезней, трущоб находится Мидтаун. Даже в тяжелые времена люди не могли не разделять себя на социальные классы. В то же время многие жители трущоб были готовы на все, чтобы перебраться туда. По-видимому, роботы скопировали это поведение. Я нашел... Ну нахуй. Я нашел все коллектаблсы. Тебе не надоело мяукать? Ня. Охренеть, вы только гляньте на это. Офигеть. Посмотрите, как размножается этот вид органики, который захватывает землю сейчас. Уже трэш. Корпорация НЭКО. Они отвечали за утилизацию отходов. Когда мусор с верхних этажей переполнил трущобой, они попытались разработать бактерии, чтобы его растворить. После исчезновения людей бактерии мутировали, выросли и стали пожирать не только мусор. Так и появились зурки. Вперед! Так, маленькие мы все нашли, а большое, наверное, по сюжету мы обнаружим. Вот так и объясняется все, откуда вот эти ебаки появились. Мы с другом любим кидать друг другу, кидаться друг в друга ведрами. Хорошее невинное развлечение. Вот только сосед снизу с этим не очень согласен, так что сейчас у нас перерыв. Блять, хуесосы, то есть вы специально ведра кидаете? Ну то есть без какой-либо цели, чисто ради развлечения. Понимаю. Ой, на телеге? Уровень с вагонеткой! Ты чё? Блин, надо полегче как-то. Охренеть. Видите, там два зурка сидит. Воспоминания. Канализационная система, да? Теперь я вспомнил. Чистой воды было мало. Снабжение города осуществлялось с помощью огромных машин, копавших глубоко в землю. Как и все остальное, ее берегли, чтобы помочь людям во время засухи. Ученый показал мне схему резервуаров для воды. Они огромны, могут вместить в себя целое здание. Ох, нихрена себе. Это, блядь, что? Это как бактерии до такого мутировали? Не понимаю. Ёб твою мать. Что происходит? Я играю в игру про котиков, или что это такое? Зачем роботу моргать?
Только а почему робот завис? Что произошло? Мне только дали оружие, и сразу же его забрали. Уклоняйтесь, змейки, уклоняйтесь, змейки. Всегда уклоняйтесь, змейкой. Это работает без отказа. Медитация роботов. А это похоже... Блядь, это один в один. Это один в один штука из Аркейна, блядь. Один в один. Там такое же поселение. Вышедших из зауны, или как их, я хер знает. Эта машина, ученый, которому я помогал, использовал одну из них. Он был болен, это была его последняя надежда. Он вошел в машину, но меня с ним не было, он был один. Что он делал? Он загрузил себя в компьютер, и потом все стало по-другому. Но при загрузке что-то пошло не так, он застрял на сотни лет, пока не появился маленький кот. То есть это ты и есть? Это был я? Я был тем ученым? Я был человеком? Надеюсь, в этот раз он не заплатит. Он же у меня был бар. Было самое уютное место в округе. Пока я не получил отверткой в колено. Теперь он закрыт отверткой в колено. Отсылку на Skyrim я точно не ожидал. Особенно такую. Что за шум? Я смазал все свои подшипники в прошлом месяце. Ха-ха. Это отсылка! Это отсылка на МГС? Это похоже на отсылку? На отсылку на МГС. Вон кабель какой-то торчит. О, она сжигает! Молодец, не думал, что у тебя получится. Вот, держи приз, ты заслужила. Лауд мяук. Мяу. Так, почему я не могу ее вставить? А, теперь могу. На вот, пошли. Знаешь, Слиппи, работа есть работа, не стоит ради нее терять голову. Не стоит терять голову, понял? Терять голову, у него голова лежит. Парикмахерская была эпицентром социальной жизни. Это было веселое место, компаньоны поддерживали работу парикмахерской даже после исчезновения людей. Оказывается, волосы не обязательный атрибут успешной. Серьёзно. Как может робот наклюкаться? Чем? Ты только что заменил парикмахерскую на цирюльню? Да, потому что парикмахерской дверь в цирюльне одна. Мне цирюльню сказать проще, чем парикмахерская. Я надеялся, что сегодня будет много людей, потому что игра новая, и мы тут все внимательно осматриваем, все изучаем. А людей сегодня... Это какой-то позор. То есть, это вот реально, вот этот весь путь, он ни для чего не нужен, хотите сказать. Или как это? То есть, ну, по приколу чисто. Вот так. Поползай. Ага, понял. Надо быть внимательным. Полицейский значок. Выпусти, волки позорные! Коты на шкаф залезут и тоже не понимают, это было все зря, что ли? Уходить теперь. Сейчас сцена какая-то пошла. А, это мы только с тюряги сбежали. Нам не выбраться, пока стражи у нас на хвосте. А у их отлично надолго, но тебе нужно идти. Манифест аутсайдеров гласит, мы должны попасть в любой ценой. Я его написала. Иди скорее, я сохраню тебя в своей оперативной памяти, маленький аутсайдер. Это тупость какая-то. Самопожертвование ради самопожертвования. Они, блядь, двери тут не могут открыть. Эти летающие дроны, что они сделают с дверью?
Короче, вот это момент такой. Чего? Тут есть роботы? Приветствую тебя, житель города крепости 99. Дверь, ведущая на поверхность, заблокирована в рамках режима изоляции. А, это просто сохранилась станция, они же люди использовали эту штуку как убежище. Эта станция сохранилась, просто и роботы почему-то все еще работают. Ну блин, локация. Жалко, конечно, по ней по всей гулять нельзя и что-то делать, да, это был бы уже какой-то киберпанк в open world. Но сама вот эта локация, и сама идея интересна, вот в таком сеттинге, ну я имею в виду не в сеттинге, а в такой локации можно было бы игру спокойно сделать open world, да? Open world же все равно имеет свои границы, и тут достаточно большая бы карта была. Но боюсь, что однообразно, если бы тут были все одни трущобы. Ну, вы поняли, наверное, что я имею в виду, что было бы прикольно просто. О таком, по крайней мере, помечтать. А меня не коротнет, блядь? Это опасно вообще-то. Я помню, как сильно их ненавидел. У них было все: чистое пространство, безграничная власть, свобода передвижения, но их это не спасло. Чума, теперь я помню. Все умирали. А они считали себя выше этого. Они ничего не сделали, чтобы нам помочь. Я видел, как умирала моя семья. Я чувствовал себя беспомощным, не мог ничего сделать, чтобы их спасти. Но зато я могу помочь тебе. Мы все еще можем пойти в аутсайд вместе. Я сохраню память о человечестве и о людях, которых любил. Я еще одного самопожертвования точно не хочу. Это кринж. Ну вот мы в безопасности. Слушай, я должен кое-что сказать. Я знал, что для отключения центральной системы городом потребуется огромное количество энергии, больше, чем может выдержать тело этого дрона. Но теперь, когда система безопасности отключена, я могу перехватить управление и открыть город. Перехват контроля над системой может уничтожить мое ПО. Но я сделал этот выбор, когда подключился к первому компьютеру. И прошлое. Но я вижу будущее в компаньонах и в тебе. Позволь мне снять это с тебя. Ты был моим лучшим другом. Самым лучшим, о котором я только мог мечтать. Спасибо. Фига ты отчаянный, спать-то кто будет? Надо пройти игру. Ну блин, еще одно самопожертвование, ну куда? Ну это, блин, брух. Ну такое. Честно говоря, и первое самопожертвование было плохое. И второе тоже такое себе. Мне не нравится. Но получается, что мы можем открыть город для всех? А, то есть так двери открываются? Ни хрена себе. Это бац, радиация, жуки падают и все, пиздец. А, получается, они от солнечного света, кстати, умрут, не? Да, лоу. Ничего не понятно, но очень интересно, я все проехал. А, девочку спасли, значит все, это не самопожертвование. Только одно было. А к какому жанру игра относится? Ну, потому что я видел, это экшен-адвенчер. Обычная адвенчурка. Достаточно короткая. Я на нее сегодня 700 рубликов потратил, получается. И прошел ее за меньше, чем за 7 часов. Но это того стоило. Первоначально я это все планировал, чтобы какой-то контент интересный на стриме. Что-то новое, какая-то новая игра, клевая. И, может быть, ребяток бы со зрителями собрали. Но сегодня зрителей все равно было маловато, к сожалению. Но игра кайф. Игра хорошая. Он по случайности упал. Это говнище.
а он найдет семью. Вот самый сладкий хэппи-энд, если он еще котиков всех встретит своих. Но роботы, получается, смогут выйти, если захотят. Но им не особо надо, наверное, будет, потому что у них как бы дома там. Но это от них уже зависит. Им-то не надо есть. Спасибо за стрим. Вам спасибо, что забегали ко мне. Было очень приятно вас встретить. Забегайте почаще, будет больше народу. Если все будут забегать почаще, так и аудиторию и накопим по итогу. Всем пока.